Убирают поросль, сухие ветки, нежелательную древесную растительность, рыхлят землю. Для лесников сейчас пора не менее горячая, чем для фермеров. Сухая погода – большой риск лесных пожаров. А чтобы их предотвратить, важно не только следить, но и ухаживать за насаждениями. Оставляет вот между рядами березки, они как и в противопожарном отношении хорошо. То есть, если, не дай бог, конечно, будет возгорание, сюда дойдет, то есть вот как раз это лиственное насаждение, маленькое вот тормознет, и мы успеем и к тушению лесного пожара здесь, и не будет его здесь, не допустим. Работа в лесах не беспочвенна. В Ульяновской области сохраняется высокий класс пожарной опасности. Соседние регионы, Нижний Новгород и Мариэл, уже столкнулись с крупными лесными пожарами. Общая площадь возгорания составила 4500 гектаров, что сопоставимо с площадью Димитровграда. В нашем регионе ситуация стабильная. По информации областного управления МЧС России, с начала года зарегистрировано 517 фактов горения сухой травы. С начала текущего года на территории Ульяновской области ликвидировано 17 лесных пожаров на общей площади 24 гектара. Основная причина возникновения лесных пожаров – это человеческий фактор и переход огня с иных категорий земель. На данный момент в лесах Ульяновской области ограничено пребывание граждан. Соответствующий приказ опубликован Министерством природы и цикличной экономики и будет действовать весь август. В ведомстве напоминают, в лесах запрещено разводить костры, сжигать порубочные материалы и мусор. На границах лесного фонда работают контрольно-пропускные пункты. А нарушителям придется заплатить немаленький штраф. Для физлиц от 15 до 30 тысяч, а для юрлиц от 100 до 400 тысяч рублей. Если вы увидели пожар в лесу, нужно сразу сообщать по телефону 46 91 27. Анна Тищенко, Улправда ТВ.